следующий раз для вас уже заготовлена новая страничка. Она будет литературная. К нам придут не только певцы, не только музыканты и танцовщики, но придет молодежь. Мы будем делать страничку, на которую нас вдохновила Татьяна Васильевна Савкова. Сейчас я должен вам сказать не только про 21 число, но и поскольку Людмила Анна, я попрошу нашего куратора, который называется в русском стиле программы Людмилу Соколову, показаться, попрошу вас. Покажитесь народу, встаньте, поаплодируйте. Этот человек делает сейчас программу в русском стиле. Я бы хотел, ей самой не очень удобно подниматься на сцену, однако сегодня участник как зритель. Она приглашает вас 27 ноября в 15:30 на Тамбовскую, 63, ВДК железнодорожников, Лиговский народный дом, где под ее патронажем театр родом из блокады проводит знаменитый наш уже теперь фестиваль, конкурс, цикл в русском стиле. А теперь стихи, которые мне прислали, я их... Они коротенькие. Нам холодно не только от погоды, от снега или дождя сырого. Мы замерзаем, проживая годы, не понимая важности простого. Ни в деньгах счастья звали или власти, им дела нет, здоров ты или простушен. Простое человеческое счастье, когда есть кто-то, для кого ты нужен. Кто ждет тебя домой, смотря в окошко, и без притворства сердце обнимает. Неважно, если в доме хлеба крошка. Страшней, когда любви там не хватает. И если без любви там старость бросает. Но живы мы, и это вдохновляет. Я хочу сказать о том коллективе, с которым мы работаем с самого-самого начала организации театра «Родом из блокады». Это великий коллектив, я не ошибаюсь. У него столько званий лауреатских, каких угодно. У них даже есть, они чемпионы, представляете, танцовщики и чемпионы. Я знаю этот ансамбль свыше 40 лет. Менялись поколения. Менялись руководители. Вот сейчас Виктория Дементьева руководит этим ансамблем. Но вы понимаете, мастерство, сила, харизма этого ансамбля остались. Потому что они носят название замечательного для нашего города. И сколько их ни пытались, много раз, как пел недавно здесь на этой сцене Гриша, пытались, чтобы они переменили название. Они навсегда остались образцовым танцевальным ансамблем «Юный ленинградец». Давайте поздравим их. Совсем на днях они получили очередное лауреатское звание и будут их получать все больше и больше. А сейчас в их исполнении вы посмотрите «Закарпатский танец». Дайте нам, пожалуйста, фонограмму. «Юный ленинградец».